Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в третий выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск порадовал выполнением ряда задач, и прокачка пока идет твердыми шагами вверх. Так был закрыт квест «Поисковая миссия» с поиском колонны прапора и лагерем юсеков в лесу. Также в лесу закрыли квест «Егеря. Путь выживальщика. Запасливый» с закладкой продовольствия в бункерах. Прошли проверку на вшивость по квесту прапора и принесли бронзовые часы с таможни. В том же рейде забрали папку из N времянки и закрыли квест лыжника «Вымогатель» и принесли недостающие аптечки Салева для терапевта по квесту «Дефицит». Эдвард, Чупапи, Углеводород, Станислав, Волт, Туфри Инферно, Владос, Бублон, Робин Гуд, Котопсов, Иван, Один и Грандиас. Нескромная сумма, конечно. Огромное спасибо вам за такую щедрость. Будьте здоровы. Насчет настроек и поста фикс я немного подкрутил это дело. Ссылку, где все можно будет посмотреть, закреплю в комментарии первым. Квесты делаю уже раз 20 с самого начала, поэтому даже в моей скудной памяти находится место для некоторых моментов и последовательности. Больше рейдов на маяк делать пока нецелесообразно, так как дикого лучше запускать за квестовыми предметами или предметами для улучшения убежища. А вообще, на маяке, я у Шарапа подсмотрел, будут квесты, значит там точно будем лазить. Всем приятного просмотра. Вывалился новый квест от лыжника у меня, движуха называется. Убить бойцов ЧВК необходимо, используя пистолеты. Троих ЧВК необходимо подстрелить. Также есть хорошая возможность поработать сегодня на егеря, приподнять лояльности, получить опыта, рублей. Тут у меня дейли квест, ежедневный, устранить 10 диких. Тем более, что я собираюсь сегодня в лес сделать путь выживальщика живчик. В состоянии полной дегидратации 5 минут необходимо провести, и путь выживальщика беззащитен, но опасен. Необходимо убить диких в лесу, не используя броню. Параллельно с этим буду делать квест «Убить диких в лесу», 15 человек, нужно пикник со стрельбой от прапорщика. Вот такие на сегодня, в общем-то, планы. Все, я готов, собрался, основным оружием будет СВ-98, дополнительным оружием будет АПС, да. Если вдруг кто-то там ЧВК какой-нибудь попадется, то буду пытаться его с пистолета убить. Первый рейд предлагаю сходить за дикого, будем пробовать найти газоанализатор. Поэтому пойду на развязку в 14.17, сразу же туда и запустимся, посмотрим. Места спавна, волли, в технолайте, текла. И в прочих магазинах. По-другому этот газоанализатор не найти. Я так понял, что это большая проблема теперь с этим газаном, так как он теперь не спавнится в картотеках. Значит, будем искать на развязке. Так, сходу уже тут. Возня какая-то. Я мырный, мырный. О, я как раз волю, пацаны. Ни много ни мало 22 минуты, но я думаю, что мне этого достаточно будет, чтобы либо найти газан и выйти, либо сдохнуть. Так что с этим вопросом никаких гвоздей. Поглядываем еще и в компах, может быть, эти торчать будут, да? Флешки. А че я такой... красивый, счастливый. Что такой тяжелый? А, 7 килограмм всего он что-то. Видать, все так будто больше намного. Ребята. Давайте жить дружно. Окей, самые популярные места наверняка уже лутаны. Давай посмотрим тогда в местах... не столь очевидных. А такие, например, местечки. Вот. ВДшечка нам пригодится. Вот на этих полках часто смотрят. А мне чисто газан нужен. Дайте мне газан. Газан, газан. Теклайт, Техноспектр, Расмусен. Там помимо диких, еще и ЧВК 100%. Все в первую очередь проверяют. Ну хотя, сходить, я думаю, стоит, мало ли. Не раз было такое, что вроде бы без шансов подходишь, а там все лежит. Давай тогда сходим, что ли, туда сразу. Сейчас здесь еще полочки погляжу.
на наличие красоты. Может, он тут где-нибудь? Что такое? Вода. Если нет, то... А, тут прыгают. Не пойму. Да фиг отличишь сейчас, блин, дикого от обычного челобота, да? Так, воли похоже, что нет газана. Либо его тут и не было, либо его уже нет. Ай, ладно, что нам тут терять? Автомат полусломанный, что ли? Я бы его в любом случае не поднял бы. Даже если бы Рейди нашел. Опа. Там уже свои шуршат. Нету. Ну тогда всякий хлам пособираем. В любом случае, потом, если не соберем, придется это все варить добришко, да? А, тут тоже нет. Начни, спускаемся. Там тишина вроде, да? Пока Диса не спустился, вроде тихо. Я спущусь, начну шмалять. Здесь у нас что есть? Опа, это что за фриз был? Пацанов подвезли. О, сишки. По квесту вредная привычка пригодится. Там 5 пачек сигарет нужно будет. Lucky Strike, 5 пачек. Marlboro. А тут уже лутают. Занято, говорит.
крутим. Дом по бабам. Ай, тут все выгребли. Ясно, понятно. А прям в нулину, да? Ну да, такие места интереса, конечно же, в первую очередь, скорее всего, летают. Смысла, наверное, нет уже в Расмуса найти. Тут все выгребли. Блин, куда ходить лутаться диким? Все забито кругом. Везде возьмем. О! Вот это тоже, говорят, редкая вещь сейчас. Еще щелочь, наверное. Блин, мне щелочь пригодится в ближайшее время. Вот это не надо будет. Вот это. Ну, хоть что-то. Не фонтан, конечно. Но он без рыбьи, рак рыба. Ценности, наверное, глянем еще, да? Камера хранения. Можем домой идти. Кто-то шоркает, ходит, что-то бродит. Уходите. Но дверь открыта, кто-то внедрялся уже. Скорее всего, и тут уже все осмотрели. Не удивлюсь, если пусто все будет. Понятно, понятно. Ну давай аккумулятор еще тогда посмотрим. И все, и домой пойду. Да вот тут я так понял, ничего. Свечи, аккумулятор. Отсутствуют. Тут у нас как дела? Интересно, в таких ящиках с инструментами газоанализатор спавнится по-прежнему или тоже его почекрыжили? Шанс спавна этот. Ну что сказать, не густо, конечно. Вот не угадаешь, раз на раз не приходится. Иной раз зайдешь, блин, и на 40-й минуте на этой развязке. Другой раз заходишь, там уже все выгребли. Электропылесосы эти, электровеники. Не помешало бы еще на таможню сходить диким, посмотреть по курткам чисто в общежитиях. Мне ребята писали, адекватная мысль. Вот, что, свои бегут там или как?
Видит, нет. Не шмаляй, я на выход. Он уже вышел, наверное. Да, вышел. 13 минут, не знаю, туда и сюда. Но главное, что электродрель нашел. Говорят, что она тоже редкая стала вещь. Она там по 300, по 400 тысяч на барахолке. Мне там видосик скидывали. Забыл водичку взять. Взял воду, в общем, две пачки анальгина. Сейчас мы сделаем сразу дегидратацию. Придется 5 минут поотсыхать где-нибудь в кустиках. И потом пойдем за дикими, в общем. Идем за ЧВК, в лес идем, куча квестов, там, блин, 16-4 еще рано, блин, темно будет, 16 пойдем, я думаю, хватит мне этого времени. Сейчас рейды, кстати, короче стали, мне времени хватит. В общем, что планирую на этот рейд? В первую очередь дегидратацию сделать, во вторую очередь без брони нужно будет убивать мне пятерых диких. В остальном одеваем броню и просто ходим, ищем себе дикарей, убиваем их. Мне нужно 15 человек настрелять, 15 ботов настрелять в этом рейде, так что, если не помру, то, пожалуй, долгий, скорее всего, будет рейд. Я появился возле этого самого коттеджей. Лутать. Блин, лутать, наверное, я не буду сразу же сходу. Значит, выходы у меня где? На 14-м, скорее всего, на окраине, точно. Ёлы-палы. Ну тогда давай по всему этому периметру, по той, наверное, стороне лучше пойти будет, или как? Или по этой, наверное, да? Наверное, по этой стороне лучше будет пойти. Тут больше диких, по-моему. Хотя там дистанции поинтереснее. Ладно, пойдем здесь. Я пока думаю сейчас. Все, профукаю нафиг. Сишки. Это нам надо для квеста. Кепка ебаная! Нет, ты пошел! Ты как... Капец ты тип. Пообщаться? Зараза. Ох, и нашумел я сейчас хорошо. Сейчас любопытные вороны точно налетят. Вот что такое. А, сигареты не видел ни разу, Винста. О, еще один. Огонь. Подожди, перезаряжается дядька. Что тут, да? А он, скорее всего, трупец пошел смотреть, да? Блин, мне бы вылечиться по-хорошему, ну и... Ладно. Успеем. Нет, так не пойдет. Надо лечиться, иначе у меня руки трясутся. Больше шума буду издавать, чем толку с этого будет. Сюда присядем незаметно. Пришьем руку. Пошел процесс. Почему с болтовкой стреляю с ними? Да просто потому что, чтобы потом не бегать, не...
отдельно по лесу просто для того, чтобы прокачать этот навык. Пусть потихонечку прям сразу с самого начала качается, да? Да и во-вторых, может, ЧВК какие поближе подойдут. Подумать, типа, снайпер, сейчас мы близко подойдем. А у меня хоп и АПС пистолет есть. Может, кого-то с пистолета получится застрелить. Диса же хэттер просто так ничего никогда не делает. Все запланировано заранее. Можно, кстати, дегидратацию тоже сначала прям здесь сделать, да? Хотя, подожди, мне лечиться сейчас смысла нет. Используем. Анальгин дает мне штраф гидрации минус 17. Я его жру только для того, чтобы вывести воду из организма, короче говоря. Есть еще один не совсем адекватный способ. Короче, начинаешь. Раз, дегидратация ушла, а таблетку ты не использовал, просто потому что отменяешь действие. Отменяется действие просто на левую кнопку мыши. Раз, ушла, фух, отменил. Вот так вот нечестно играем. А, проглотил, успел. Ну все, ноль, отлично. Ждем. Сколько? 5 минут? Надо будет ждать. Жду 5 минут, затем, если останусь в живых, лечусь. А, то есть воду пью, лечусь, и все. Так, попробуем на такой резкости, да? На таком пустофиксе поярче. Может, хоть что-то лучше будет видно в помещении, а то... Кто-то приперся ко мне, короче. Если зайдет, я его ре-те-те-те отсюда. Ну, примерно так. Как он зашел бесшумно? А, я дверь не закрыл, я молодец. Ну, мне нечем теперь тяжелое остановить кровотечение. Здрасте, Настя. Твою мать. Жгут срочно. Да ты серьезно, нет жгута? Ё-моё. Блин, это проблемой может быть. Кровь течет. Да ну нафиг. Пацаны. Может, сама остановится как-нибудь? Да ну, вижу. А, нет, не вижу. О, белый броник. А, я ждал его уже. Пожалуйста, жгут. Может, пропитал, закроет рану.
засада. Так, где может быть? А что у нас там по задачам? 50% живчик. А, все. Выжить, выйти с локации надо. Значит, чтоб нас еще и гидрация не отнимала жизни. Да где ж ты есть-то, когда ты нужен? О, морфи. Так, в этой хотенке может быть? Блин, дайте чем-нибудь заткнуть хоровищих. Я 300-й! Хлещет. Еще один ЧВК. Ну хана мне, короче. Чё, обалдел, что ли? Котя газ. Нам кошмарных тут не хватало. Домой нахуй. Оружие хорошее. Nope. Что там говорите, комьюнити адекватное, да? Вот зато квест закрыл. О, нашел аптечку. Тормози, тормози, тормози. Два кровотечения уже. Ой, все, голова отъехала. Надо уезжать отсюда. Это, короче, чисто байт был. На то, чтобы я вышел, и он сработал. Я вышел. А он будет у меня до талого кашлять, потому что у него голова отъехала. Тогда морфия жахнем. Вот так вот. Эх, жаль, хирургия голову не лечит. Так, что там у вас?
это заберем. Так, значит, свои магазины надо будет забрать тоже, да? А магазины у него вообще пустые. Пойдет. АБП патронов. А, у того СКС было. Нормально. Единственное то, что я повелся на вот это вот, да? На байтово. На сюда. Во. Ну вот и квест сделал. Троих с пистолета. Ни на какой завод не надо идти. Надо же долечиваться по-хорошему-то. Руку я пришил, надо вторую еще пришить. А вот с головой я, да. Голову уже не вылечишь. Так что малейший зацеп и все, домой поехал. А я сейчас попробую выехать на машине, раз у меня головы нет. Если получится, то будет вообще здорово. Да, машина еще работает, а я денег не взял. Нет, я взял деньги, все отлично. Вот так вот. Блин, сейчас бы меня не щелкнули. Вот тендова, да? Знаешь, я как лучше сделаю? Лучше вот так. То сюда. То вот так. Понятно. Куда-нибудь. Вот так вот. Ну и все. Так, что я здесь потерял? Давай смотри, что тут есть. СКС хорошая у него есть. А моя волына застрахована. Но ее отсюда могут челоботы, да, стараканить сейчас, если придут. Надо ее перепрятать. Кунды-нибудь. Хотя бы сунды выкину. Так, забирать. Что тут у него? Я еще жетон же хотел забрать. Чисто посмотреть. Дьебелев. Короче, запоминайте.
Брэмбо 41. Это первый утырок. И Курсецкий. Так, ясно, понятно, это забираем, это не берем. Сишки оставляем. БП-патроны он мне пронес. Заряжаем. Это не надо, вот это вот я заберу, вот это заберу, вот это мы сейчас спьем. Лампа. Это заберу. Остальное вроде как и не надо, да? СМС-ка не нужна. СП-8, это 9. Это... А, ну я же выкинул пистолет. Все, он мне, значит, не нужен больше. Все. Перекусить бы что-нибудь не помеш... А, вот галеты есть. Галеты, Аленка. Все сразу же впитаем. Ну что, надо ехать домой, короче. Все это сейчас дозаряжаем. Еще мне сколько надо будет? Можно Аленку схавать, короче. Аленку. А, нет, стоп. Блин, слопал. Вот же консерва была. Поехали домой. Я доволен, я хороший квест закрыл с пистолета. Так что уже не с пустыми руками, еще здесь интересно же. Блин, начинается вот здесь интересно, вон там интересно, да? Того я не долутал, по-моему, наверху, который там сидел. С мосинкой пришел тип. Это съесть. Вот это тоже заберем. Что тут у тебя говоришь? А, у него ничего нету. Опять квас? А, нет, блин. Ну, ЖГЗ-анализатор, пожалуйста. Парень штук. Понял. О, БП. Чик сюда. И в магазин. Ну, шлем спас, неплохо. Мне в жбан пролетело разочек, но выдержал у меня шлемак. Респектую, 4-го уровня этот шлем. Заролял. Все, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Есть, конечно, еще возможность тут пошататься, полутаться, но у меня голова просто черная. Не вижу смысла рисковать лишний раз. Вон его накрывает, видал, сходу. Морфия требует, ломка. Еще БП. Еще БП. Опа, волына. А нет, надо. О, 105-й. 105-й мне нравится. Что можно кикинуть? Новенький 105-й. Их оружие вот из принципа не хочу, если честно. О, ГК-02, это же оружейник, пацаны. Пацаны. Это же первый оружейник можно будет закрыть. И вот эти вот я бы забрал еще, да? Нет, парни. Не хочу умирать. Я просто обязан жить. О. Я просто обязан выжить в этом рейде. Всем врагам назло. Все. 5000. Оплачено. Пойдет. Бегу. 26-25. Нормально, успеваем. Это что получается? Я вышел еще? Нормальный рейд. Нормально. Полчаса. Да, долго я в этой деревушке провозился. Но тут интересно людям. Один даже TTV Куки был. Самое главное, что я закрыл пистолетный квест. Мне не надо будет на заводе ходить, как бедолаги. Дольше грузиться, чем играть. Я вот из-за этого только не люблю завод. Закрываем квест движуха. Троих ЧВК, используя пистолеты, мы застрелили. Дальше закрываем путь выживальщика Живчик. Провели в состоянии полной дегидратации. 5 минут выжили, вышли с локации. Путь выживальщика раненый зверь. Нужно убить диких, находясь в состоянии болевого шока. Троих, но этот квест сам по себе выполнится в ходе перестрелки с какими-то дикими. Дикий освободился. На маячок хочется сходить, посмотреть, там интересности всякие спавнятся. Может быть, видеокарту удастся надыбать, я знаю одно там местечко, диких-то на маяке. Наверное, больше, чем ЧВК. Какой-то конкретной задачи преследовать не буду, просто что-нибудь посмотреть, поковырять. По курткам нужно будет похлопать. Глядишь, 206-й ключ найду, мне нужно водолея закрывать. Здравствуйте, вот это можно сразу же офить. О, и дышится проще. Ну, нормальный спавн. Я примерно в эту сторону-то и пошел бы сразу. Что у нас там по времени? 3-6 минут. О, нормально, лутаемся, пацаны. Там асунда. Надо уходить с этой тропы. Сейчас сюда прибегут все дикие со всей округи, пойдут на базу эту отступников. Сейчас вот в этом помещении еще можно будет порыться. Там как раз сумка медицинская, есть несколько обычных сумок. Это домой заберем. Поехали, зачищаем. Помещение. О, термит. Или что это? А нет, майонез.
Ага, уже возня там пошла какая-то. Так, надо. Быренько, быренько, быренько. Память и поиск улучшены до первого уровня у дикого. Недурно, недурно. Это для холодильника. Будем копить потихоньку предметы бартерные для холодоса. Сумка-куртка. Ну давай ключики мне. Я пошел. Блин, да тут лутано походу все. Хотя... Все да не все, да? Тут у нас хавчик чисто. Тут, по-моему, в прошлый раз я нашел 206-й ключ. Винстон. Тоже пойдет. Тоже квестовый предмет. 5 пачек Винстона мне надо будет. Проводочки. Хочу еще в деревне здесь полутаться. Выход у меня. Обвал на шоссе, переход. Ой-ой-ой, вообще по пути все, смотри. Переход на берег у меня тут же по пути. Нормально. Пропаныч нужен мне. Нужен, но пока можно заигнорить его. Опа, звездочка. Что за болтовый рейд? 4 болта нашел. Сахар. Окей, заберем. Так, этот гараж. Закрыто. Все, как раз смотрим дачу. Смотрим старый хутор. И по домам. Так, а туалетную бумагу я пронес домой. Да, я же, по-моему, первый уровень-то уже поднял, да, этого? Санузла. Эта хата закрыта, тут лутать нечего. Да? Да. Пойдем к соседям. О, вот эта штука мне очень сейчас понадобится. Мне бы ее забрать. Это кикинем. Майонез. Маленький мешок, ёлы-палы. Много не полутаюсь я тут. Давай тогда самое симпатичное сейчас полутаем. Да и все. Уже полный мешок и разгрузка. Еще болты. Сгущенка, кола. Можно было бы забрать, если было бы место. Зажигалка. Опа.
Меченые общаги. Да ну нафиг. Надо забрать этот ключ. Этот ключ точно надо вынести. Сейчас тогда еще один коттедж посмотрю ближайший. Там тоже вкусняхи спавнятся хорошие такие. И домой. Во-первых, он квестовый. А во-вторых, это меченка, ёлопала. Хухры-мухры. Вот в этой комнатке. Но сегодня только золотой смартфон. Тоже пойдет. Продадим. Ну все, на выход. Выходить буду на переходе на берег. А еще куртка тут есть, может тут ключики будут. Понятно. Погнали, пацаны. В общем, здесь за этими хатами между ними проходишь и выходишь на кручу, где полицейская машина. Вот она. От нее уходишь направо. Футбольное поле деревенское. Это что, лутается? Забиваешь гол с собой. И все. На ручье выход. Ты дома. Ну, быстро и выгодно. 9 минут, опыта немного, но за дикого опыт мне вообще не интересен. У меня носки дырявые, что ли. У Мстислава Бородача. Еще раз в лес, но теперь уже конкретно за дикими. Лутаться постараюсь не лутаться, постараюсь все сделать как положено. Основным оружием у меня будет горностай, потому что на него продается глушитель. Я могу беззвучно делать все свои грязные дела, то в предыдущий раз прибежали они, скорее всего, из-за того, что пальба была. Дополнительное оружие ППШ на случай ближних каких-то боев, да, столкновений. Есть у меня еще патроны на ППШ, кстати говоря, их тоже надо будет с собой забрать. И патроны на БПшках пойдут первые три магазина. Патронов БП немного, поэтому я прикупил FMJ патроны. На случай, если мне не хватит основных, долго придется, потому что мне возиться, мне много надо убивать. 14 диких нужно убить, из них 5 мне нужно убить, не используя броню. Такие приколы, в общем. Лес, 11, хорошее время, уши страхуем, да и... Ну ладно, горностай застрахуем, если что, его, чтобы скинуть, да? И поехали. Задача на рейд остается прежними. Единственное, мне нужно будет не забыть бронежилет снимать перед убийством диких. Чем быстрее я закрою этот квест, тем проще потом будет, не задумываясь про этот бронежилет, просто ходить по лесу и стрелять дикарей. Хочется постараться закрыть, помимо основных квестов, которые на сегодня запланировал, еще и дейлик один. Так, есть контакт. Синий забор говорит о том, что я заспавнился прямо рядом с базами юсеков и с бункером диких. Бункер диких по левую сторону. Отсюда его, наверное, видно будет, да? Да, вон она, сотовая вышка. Значит, отсюда и будем двигаться. Отсюда сейчас в сторону. Какую мне на ту сторону надо перебегать? Нет, не надо мне на ту сторону перебегать. О, вот это я заберу. Пожалуй, свой шлем скину сюда в куст. Во. Нормальные трофеи. Поехали. Автоматический режим. Все, народ, погнали нафиг. Мне не обязательно убивать диких с болтовки. Я болтовку с собой взял так чисто, чтобы прокачивался навык попутно. Так что... Пилим. Все, что шевелится из всего, что стреляет. Тут еще тайник есть. От камней. А вот камни. Как же там было от камней?
второй куст, а вот за елкой. Раз. Это что за волосня? Что-то новенькое, смотри. Высокоплотный полиэтилен, но при этом класс брони нулевой. Массетка на лицо. Да. Как головной убор и уши при этом невозможно использовать. Забавная штука. Что с лутом делать? А, лут не будем смотреть, будем только по курткам смотреть, пожалуй, да? Куртки и сумки будем осматривать. На наличие ключей и прочих прелестей, которые в них спавнятся. Хотя кого я обманываю? Сейчас начнется у меня. Вот это надо, вот это надо. Вот это надо. Блин, да все надо. Ну что ты хочешь сказать, тебе реле не надо, что ли? Что ты вот это вот начал? Нормально же общались. Золотая цепочка, что тебе не надо? 24 тысячи, как с куста. Интересно, это я куст задел головой из бункера? Не ясно. Попал, не попал? Попал. Бронежилет я, конечно же, не скинул. Ну и понятно почему. А сейчас с этим мы еще успеем. Бронежилет я, пожалуй, буду скидывать только на такой, да? На нормальной дистанции. Ничего не понял. Куда делся? А, умер. Какой глупенькой. Ты чего, я ж любя. Ладно, это все попутно потом сделаем. Сигаретки можно посмотреть. И вот здесь, кстати, на мешке антиквариат. Я находил здесь кольцо с черепом. Вот такое добро спавнится. Берите на вооружение. Все, вот это еще возьму. О, прискакали, да, ЧВК?
А нет, ничего, ВК дикий. Пустым магазином? Это ты что? Или это уже... Да ладно. Как у него пустой магазин, и он бегает с ним. И у него патрона ни одного нет. Все расстрелял? Ничего не понял. Все, надо идти отсюда. А то это добром не кончится. Как пить дать. Что это было? Ладно, будем считать, послышалось. Отсюда что мы сможем сделать? Увидим ли красивых, счастливых? Надо бы магазины заполнить. А то вдруг чего? Чуть-чуть патронов не хватило мне, чтобы магазины заполнить. Ну, почти полон, окей. И так сойдет. Не вижу нигде клиентов. Странно. А чё так? Ну, блин, я чё, как я квест-то буду выполнять? Я думал, тут сейчас на дистанции хорошие, как? Пойдет, пойдет. Процесс. Придется лутаться. Ну ничего, может, газан найду. Сейчас тогда на старый, точнее на этот самый, да? Пойдет. SSD. Я бы забрал SSD. Тогда посмотрим коттеджи и там перевалим на старую территорию. Будем искать диких тогда на старой территории, раз тут никого нет. Что тут тогда? Ошиваться, да? Лутаться просто, что ли? Это мы всегда успеем. Квесты-то сами себя не выполнят. Сейчас смысла особо много нет лутаться. Сейчас главное добраться до барахолки в первую очередь. А потом уже можно будет лутаться. Метаться.
Но тайники я посмотрю. Опачки. Тор нашел. Может, свой выкинуть? Что у него комбинированные материалы? Трупер скину, наверное. Так, вот, квестовое я все сюда перетащу. Так, и всех свой скинуть куда-нибудь. По страховке вернулся, и его не уволокли. Сюда, например. О, нормально. Восприятие каким-то боком прокачалось. Как оно прокачалось, непонятно. Но прокачалось. До второго уровня уже улучшилось восприятие. Это снайперы на скале кошмарят. Слушай, а что если с этой скалы? Там как раз деревня, да? О, часть видно. Не все, конечно. Прикольно. В аккурат встречать пацанов со старой, да, затопленной. Так и запишем. А, стоп. Я же тайник не построил. Понял. Итак, следующая остановка. Коттеджи. Посмотрю только издалека. С саму деревню, в сами коттеджи заходить не буду. Посмотрю через оптику, если есть дикие. Явно они на дороге будут прогуливаться. Там-то мы их и прихлопнем. Тушка лежит. Ну и чё тут? Чё-то чистоган какой-то. 22 минуты до конца. Я сейчас просижу тут. Без толку. Ладно, если нет, то пошли дальше искать. Без них обойдемся. Ни одного не вижу. Печально. Да, я так не успею квест сделать. Не
то, что основные. Тут дейлик тоже вот жалко, что не получится выполнить. Вон они стреляются там. Тоже СКС. Ну, успеваю за вами. Да, я сейчас за такие глупые буду позиции занимать, так глупо придется открываться, потому что буду торопиться пытаться выполнить квест. Да ты чё, блин, как назло, не вообще ни души, ни на МЧС, ни на переходе, ни в деревне, ни в старой хуторе этом затопленном. Что за закон подлости-то? Выходишь лутаться, ботов море. Выходишь за ботами. Ботов. Нет. Зато лута море. Снайперок даже отсутствует. Уже мочканули. Ну, я слышал, как там Мосинка шлепала. Он от кого-то отстреливался, возможно. Такое тоже бывает. Опа, вижу. Мне же не показалось. Кто-то кого-то я там видел. Вот это, а ты как тут оказался? Но такие рейды добром редко заканчиваются. Ого. Это кто-то балуется там, походу, да? Или ботов щупает?
Что происходит? Эть, побежал. Красавчик. Прошмыгнул и не видать большого. ЧВК. Быстро, 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 быстро. А, все, пал, да? Пал Палыч, еще и открыл тайник. Фу, там, наверное, вкусный ЧВК, пацаны. Надо идти проверять, ничего не знаю. Тихо. О, нормально. Такого типчика надо кушать. А как-нибудь мы здесь перевалочный пункт. Сделаем здесь, наверное, да? Так вот. Эта волына нам не нужна. Возможно, и это. Чисто налегке. А чё мне уже тут? Нечего терять. Сейчас с меня следующего, да? Бам. Проходная. Проходная. Вот это мы сейчас жахнем. На случай всякий. Ну прости, браток, что так вышло. А, понял, понял. Все, понятно. Прикрытие у него жесткое. Откуда стреляют, я понять не могу. Со снайперской скалы? Серьезно. Да ну.
Ощущение, будто со снайперской скалы, прикинь, стреляли. Причем я выстрелов не слышал нифига. Поначалу. Нормально. Понял. Не базарю. Собираю манатки и валю отсюда. А вон дикий бегает. О, инструменты. Идем. Только что здесь был? Как вы? А, вон он. Руки трясет. Вот он. В смысле? Вон он! Хорошо! Там еще один внутри. Ты куда пошел? Моя твоя убивать. Вот тут нам брать нечего. Можно только магазин у него забрать. Ой, блин, он его сейчас искать будет. Нет, нормально. Не вздумай убить меня. Подожди, какой служивый? Куда они проваливаются? Сквозь землю. Млё, твою мать. Накрывает, пропитал меня. Вот вы где были, когда вас не было? Где он? Че, лоботы, видать, подгрузились на карту, и кипиш сразу пошел. Ага, вижу. Один. Или это тот же, накоцанный был просто. По-моему, это тот же. Не, нафиг. Манал я. Я весь рейд на локации провел не для того, чтобы потом сдохнуть.
от шальной пули. Все, я домой. Здесь вот ляжем и никому не скажем. Нормально. 35 минут. 3800. Ну ладно, что теперь сделаешь? Вот так вот оно получается иногда выходит. Какое-то у него прикрытие было. Я так и не понял, кто стрелял по мне. То ли дикий со скалы, которого я так и не увидел. То ли какой-то типок у него был в напарниках. В общем, шугнули меня быстренько. Там очень открытая такая территория. И делать-то мне, очевидно, было нечего. К сожалению, не все получилось выполнить, что я на сегодня запланировал. Как-то с дикарями вообще не повезло в последнем рейде. Вот в устранении Daily Quest очень обидно, что мне всего троих не хватило, прикинь, настрелять. Всего троих, и это 0.2 целых было бы. Но если бы я был на минимальном паке, я бы упоролся и прям делал бы до талого его, честно говоря. Но так как у меня уже 0.20 изначально, я думаю, что можно сочкануть и не добивать этот квест. Как ни крути, зато я пищеблок могу позволить себе поставить первый уровень. Особо тут интересного нет, за исключением тушенки, которую нужно будет сдавать по квесту. Но этой тушенки теперь на развязке ее в Гошане просто завались. Так что это делается просто для того, чтобы делалось. Из зоны отдыха я вынес скотч на наконец-таки. Первый уровень зоны отдыха у меня теперь будет установлен. Скорость окончания дебафа минус 10%. Шутырц. Зона отдыха второго уровня. Генераторы обогрев нужны. На этом буду заканчивать. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем огромное спасибо за просмотр. Благодарю, ребята, за нескромную вообще поддержку. Финансовую и моральную. Благодарю за интерес к третьему сезону. Всем удачи. Приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.